Герои Великой Отечественной. Они были рядовыми и маршалами, сталеварами и хирургами, хлеборобами и партизанами, писателями и партийными работниками. Они были стариками и детьми, женщинами и мужчинами, любимыми и любящими. У них была одна цель – победа. Среди миллионов солдат Великой Отечественной войны, среди живых и павших героев, Знамя Победы выбрало их двоих – Михаила Егорова и Мелитона Кантария. До последних дней, до последних часов перед падением Берлина, Егоров и Кантария имели на это, наверное, не больше прав, чем другие. Но и не меньше. Не меньше, потому что они прошли весь кровопролитный путь к победе. От западных границ и Подмосковья до Волги и Дона. И уже потом, от Сталинграда до Берлина. Сюда, в этот последний круг ада. Мише Егорову было 18 лет, когда через его деревню на Смоленщине прогрохотали к Москве фашистские танки. Он не сдался. Был в партизанах, пока Красная Армия не освободила Смоленщину. Мелитону Кантария в 41-м, когда он принял солдатскую присягу, шел 21-й год. Он был из тех же мест, что и верховный главнокомандующий Сталин. В те весенние дни весь мир жил ожиданием победы. Ее предсказывали со дня на день. Никто не мог только предсказать, сколько еще жизней предстоит за нее заплатить. Из последних геббельсовских прокламаций. Браво, берлинцы! Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда разобьются о вас штурмовые волны большевиков. Воспоминания сержанта Егорова. Рота находилась уже возле канала, когда мне и младшему сержанту Кантария вручили красное знамя. Чувствовалось, что нам поручено дело, которое имеет значение не только для нашей роты или даже полка. Всем хотелось руками прикоснуться к знамени, которое нам предстояло водрузить на самый Рейхстаг. До Рейхстага было уже недалеко. В
Вот мы уже достигли широкой лестницы. Огонь сильный. Побежали на второй этаж. Мы хотели, чтобы знамя было там, где бой идет. Воспоминаний сержанта Егорова. Образовался проход на чердак Рейхстага. Мы со знаменем на самой крыше. Оглянулись, весь Берлин под нашими ногами лежит. Город горит, кругом стелится черный дым. Поднялись на самый верх, выше некуда. Вот что сообщала своим читателям английская и американская печать весной 45-го года. Берлин пал. Знамя Сталинграда, пронесенное 1000 с лишним миль от Волги, водружено над городом 2 советскими сержантами. На титульном листе книги маршала Жукова «Воспоминания и размышления» написано: «Я посвящаю свою книгу советскому солдату. Его кровью и потом добыта победа над сильным врагом. Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества». Память, память за собой позади, в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям глаза взглянуть. Память, память. Память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть.